Около 200 различных мероприятий в разных уголках Саратова прошли в эти выходные. Одним из самых масштабных и зрелищных в этот день стал марш счастливых семей. По проспекту Кирова дружно в ряд прошли лучшие семьи города. За шествием наблюдала Анастасия Синичкина. Заводской, Ленинский, Фрунзенский. Жители всех районов города в этот день объединились, чтобы поделиться своим счастьем. В день города по проспекту Кирова от цирка до Театральной площади проходит марш счастливых семей Саратова. Когда видишь, что не только мы счастливы, а остальные счастливы, ну, происходит такое вот чувство солидарности со всеми, что все счастливы. Поэтому такое вот появляется общее чувство радости. На сцену Театральной площади поднимаются лучшие семьи города, которые служат примером для многих. Среди них многодетные мамы и папы, воспитывающие детей инвалидов, семьи, которые сохраняют культурные народные традиции и другие. Семья Шибаловых-Шейновых в день города получает благодарность и ценные призы за доброе сердце. Они занимаются благотворительностью. Семьи счастливые должны люди видеть. У нас кто-то посмотрит, скажет: счастливая семья, мы тоже счастливая семья, мы тоже туда пойдем. А уже вечером на Театральной площади сотни саратовцев отмечали День города вместе с группой «На-на». Настроение горожанам не испортила даже дождливая погода. Все присутствующие посчитали долгом собраться и поздравить друг друга, а также любимый город. Решили сюда попасть, очень все интересно. Я родилась в Саратове, живу всю жизнь в Саратове, поэтому мы здесь. Ну а кульминацией празднования Дня города стал традиционный фейерверк. Анастасия Синичкина, Иван Серяпин, Алла Хурунова, «Вести Саратов».